дружно, без коррупции. Мы твердо все хотим. И черное мы белое сегодня превратим. Что такое коррупция? Это значит плохие поступки. Это плохие люди. Это зло. Коррупция для них немножечко сложновато, да, для понимания. Но честная Россия, справедливость, добро, какие-то правильные поступки, это как раз вот объединяет в понимании антикоррупции. Добро.